Итоги первого полугодия сегодня подвели банкиры республики. О планах и перспективах этой сферы говорили на очередном заседании Совета банков. Доверие жителей республики к банкам повысилось, отметил Михаил Игнатьев. В Чувашии с начала этого года общая сумма вкладов увеличилась на 10 миллиардов рублей. Активнее оформлять кредиты стал и малый бизнес. В условиях дефицита собственных средств банковский капитал помогает реализовать инвестиционные проекты. В республике на эти цели было привлечено более 200 миллиардов рублей. Реализовано 150 социально значимых проектов.